Формально Карабах как бы вернулся в Азербайджан, но туда пришла российская армия, которая ниоткуда мирно не уходит. Украинский блогер Микола Бурисів отметил на своей странице Facebook, что пока еще сложно сказать, действительно ли закончилась война за Нагорный Карабах. Да, мирное соглашение действительно подписано, однако здесь не все так просто. Война в Карабахе была реальна, как и на Донбассе. Правда, Кремль так и не смог сделать Урдло своей вассальной территорией официально, как, например, Абхазию или Приднестровье. Зато в Карабахе это Москве удалось. Если проанализировать последние события, то вывод получается следующий. Формально Нагорный Карабах возвращается в Азербайджан, однако не стоит забывать, что туда зашла российская армия, которая, как показала практика, мирно ниоткуда еще не уходила. Единственным исключением был Афганистан, и российские ястребы до сих пор не могут простить Михаилу Горбачеву вывод советской армии из этой страны. Вместе с тем Карабах, по всей видимости, ожидает судьба Приднестровья. Там и ранее не было особого процветания, а с приходом россиян и вовсе воцарится нищета, считает украинский блогер.